Да ладно, ну так это самое главное. А что детям расскажете? Ну вот. Познакомились мы в школе. Вот когда маленькие еще. Нет, мы работаем. А, вот. А то я испугалась. Думаю, это самое. Да. А что тут такого страшного? Да нет, у нас было 1 сентября, но я зашла и просто говорю, садитесь, я вас угощу. Я сразу понял, что я ей понравился. Нет. Стали через год-полтора общаться ближе. А, ничего себе, как... А моя версия другая. То, что, то есть ты так долго ее? Каждый перемену, мы смотрели в глаза. Ага, ага. Вот, потом еще она просила зайти ко мне в спортзал, подтягиваться. Come on, look into the expanse. And please don't look at me now. And feel the sky on your hands. То, что я хочу пожелать, и не только я, наверное, все мы хотим вам пожелать, это будьте счастливы. Самое главное, счастливы. Но что такое счастье? Счастье, оно не бывает абсолютным. Оно состоит из мелочей.
А нет, подождите, секундочку. Нет, за этот русский хитрый танец. Спасибо. Присаживайтесь.